Знаменитый ученый кот и коварная пиковая дама. День русского языка персонажи отмечают вместе со своим создателем. В сквере, где величаво возвышается памятник Александру Сергеевичу Пушкину, романсы на стихи великого гения, концерт, мастер-классы по рукоделию. Около 20 площадок, десятки артистов, сотни посетителей. Стихи Пушкина здесь читают даже гости из Кении. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду веки ему верна. 33 богатыря, белая лебедь, золотая рыбка. Этих персонажей все мы хорошо знали, еще не умея читать. Писатель, ставший голосом России на многие века вперед, подарил народу сотни великих произведений и литературный русский язык. Со дня рождения Александра Сергеевича прошло 216 лет, но прав был поэт. Народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда. До сих пор ученый кот читает детям сказки, образ нежной Татьяны Лариной будоражит сердца читателей, а на примере Петра Гринева воспитывают настоящих мужчин. До сих пор творения великого писателя помогают людям найти ответы на вечные вопросы. Русская литература всегда бродила, как может быть и любая другая литература, вокруг этого самого вопроса, как быть счастливым, что такое счастье. И ни один из русских писателей рецепта счастья так и не нашел. А Пушкин знал этот рецепт, потому что он был счастлив, он жил вот в ту эпоху, когда счастье было очевидно, наглядно. Ощущение соединенности, слитности, осмысленности, вот оно присутствовало, и Пушкин стал голосом этого самого счастья. Поэтому вот хотите быть счастливыми, читайте Пушкина. Биография и творчество Пушкина для многих становились путеводной звездой. Говорят, солдаты во время Великой Отечественной брали с собой на поле боя сборник со стихами поэта. Известен случай, когда томик Пушкина спас бойцу жизнь. Один солдат пишет: вдруг начался минный обстрел. Упал вниз, с пули свистели, то есть свистели мины. Ну, встал, вроде что-то почувствовал, что что-то, но все равно что-то пролетело мимо. А вот когда пришел на пункт, достаю вещь, мешок, а там застрял огромный осколок, и он пробил именно вещь, мешок, и остановился в домике Пушкина, который был всегда со мной. Где бы ни работала Нелли Антоновна Туманова, везде появляется музей Пушкина. Сначала, будучи учителем русского языка и литературы, знакомила с творчеством поэта детей. Затем вместе с ребятами создавала комнату памяти Александра Сергеевича. И так в нескольких школах. С 2001 года в Самаре работает Пушкинский музей. Все экспонаты кропотливо собирала Нелли Антоновна. Больной находится в весьма опасном положении. Записку с этим текстом Жуковский повесил на дверь в квартиру Пушкина 28 января 1937 года, за день до смерти поэта. В Самарском Пушкинском музее хранится дубликат этой записки. Здесь на витрине копия. Документ получен в дар от петербургских коллег. Здесь же копии, снятые из дубликатов рукописей поэта. Картины, посвященные его жизни и творчеству, персонажи сказок. Практически каждый день сюда на экскурсию приходят школьники. А у вас есть бабушка? И у Саши Пушкина была тоже бабушка, и звали ее Мария Алексеевна. Воспитанием детей на пушкинских идеалах активно занимается и участник Самарского пушкинского общества Эльза Яковлевна Медведева. Литературные встречи проводят в Центре внешкольной работы. К образовательному процессу подошла творчески. Я сделала такую викторину, которая напоминает, ну, детям она всегда нравится, уже многократно делает. Есть у меня такой черный ящик, я туда положила небольшие сувениры, которые относятся к детским сказкам. Например, лапти сувенирчик, бочонок. Потом там яблоко. И говорю: скажите, пожалуйста, какие здесь лежат предметы из сказок Пушкина? И они отгадывали, потом им дарила сувениры. С историей Самарского края светило русской поэзии связано напрямую. В 1833 году, собирая сведения о Пугачеве, Пушкин проезжал через Красный Яр. В записной книжке поэта есть упоминание о Смышляевке. Но тот ли это поселок, который сегодня находится на территории Самары, или речь идет о другом населенном пункте, доподлинно неизвестно. Также есть легенда, что часы, которые сегодня находятся на здании штаба 2-й армии, когда-то были в Оренбурге, и Пушкин мог слышать их бой, проезжая по тем местам.
Отношение к Самаре имеют и потомки поэта. Сын Александр помогал Петру Алабину создавать библиотеку Пушкина в Софии, когда тот был губернатором болгарской столицы. Сегодня в любом городе России есть улица, музей или клуб имени Пушкина. Стихи великого поэта разобрали на цитаты, а его произведениями мыслят миллионы. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать.